Лишь только потому, что у нас есть рвение к чему-то, это не гарантирует, что это будут праведные действия, которые будут творить правду Божию. Наша ревность должна прежде всего быть проверена Словом Божьим. И я сегодня хочу призвать нас к этому, чтобы не перестать ревновать, а ревновать еще сильнее, но ревновать прежде всего о Боге, а не о своих собственных мнениях. И расти в ревности и изменяться. Изменяться в тот образ, который Господь хочет нас. Если где-то мы не правы, признаваться пред Богом прежде всего. Но изменяться и смиряться, и стремиться именно к тому, чтобы творить Божью правду, Божью волю, чтобы не оказаться вот этим человеком, как Хира Анода, воюющий войну, которую не существует и которая никому не нужна. Чтобы нам не оказаться этими людьми, которые скажут: «Господь, мы за Тебя воевали». Он скажет: «Я вас не знал, вы не моей войной воевали. Вы не за меня боролись, а за себя и за свое мнение».